E6 является хорошим продолжением моноблоков QWERTY от Nokia. Всем известно, до этого на рынке были более доступны, наверное, в сегменте E5 аппарат, и всем таким бизнес-пользователям, и на людям, которые покупали топовые устройства, аппарат E72. Будет хорошее такое продолжение, привычный всем форм-фактор, но к этому мы еще постарались добавить сенсорный экран. Экран здесь очень высокого качества, и более того, он отображает качественную картинку за счет высокого разрешения и достаточно плотной упаковки, поэтому количество пикселей на дюйм, оно составляет более 340. Действительно позволяет качественно отображать картинку и максимально комфортно использовать эту комбинацию QWERTY клавиатуры, джойстика и сенсорного экрана. Вот. Мы постарались учесть какие-то комментарии, которые были по ранее выходящим аппаратам. Здесь использованы немного другие материалы. За счет этого аппарат получился более солидным и более, ладно, наверное, скроенным. А достаточно большой объем встроенной памяти, это 8 гигабайт, но вы можете его расширить при помощи карт памяти microSD. А также я обратил внимание на достаточно хорошие мультимедийные возможности, поскольку вам не приходится теперь ограничиваться только возможностью писать сообщения, отвечать на e-mail. С твоих решений мы планируем выпустить 3. Вот такой белый будет еще полностью черный и серебристый вариант. Он такой более нейтральный для тех, кому хочется чего-то необычного. А при этом аппарат обладает достаточно большой батареей, 1500 мАч, которая позволяет находиться в режиме ожидания до 1 месяца. Ну, разумеется, это такие крайние цифры. То есть при повседневной эксплуатации 2-2,5 дня использования всех-всех-всех функций этого аппарата он вполне комфортно выдерживает, и просто всегда остаетесь на связи. А если сказать несколько слов про операционную систему, это операционная система Symbian Anna, которую мы анонсировали, которая будет широко представлена для всей линейки Symbian 3. Отличительной особенностью является абсолютно переработанные способы ввода, новый браузер и, наверное, можно сказать про другой интерфейс. Он стал более привычным, наверное, большее количество виджетов для E6 это также актуально. Виджеты теперь размещаются как в левой части экрана, так и привычные горизонтальные виджеты. Количество экранов рабочих столов вы можете сделать до 5, соответственно, их можно уменьшить. Они могут отображать любую актуальную информацию. И здесь мы постарались сделать, чтобы вся информация, касающаяся как работы, так и такой личной жизни, повседневной эксплуатации, она качественно отображалась на экран устройства.